Ко мне присоединились два начинающих пранкера. Это Ула и Илья. Ребята, как ваше утреннее настроение? Настроение у нас просто на позитиве. Раннее утро. Обычно мы еще раньше просыпаемся. Прям дышится полной грудью. Привет всем! Ваш пранк с танцующей бабушкой активно набирает обороты в социальных сетях. Ну, а вы, уважаемые телезрители, если не успели посмотреть этот ролик, давайте сделаем это прямо сейчас и позже продолжим нашу беседу. О-ло-ло. А в нашем розыгрыше мне поможет Илья, он же Бибой Фокс, и он же чемпион по брейк-дэнсу. Погнали! Откуда возникла идея разыгрывать жителей и как давно вы этим занимаетесь? Пранками, в частности, я уже говорил, года 3-4, как я уже занимаюсь этим. Не все пранки, как говорится, стреляют. Угу. Был у нас один челлендж интересный. Несколько лет назад мы делали челлендж «Танцуй, чтобы не замерзнуть», когда в Шымкенте была холодная зима. Угу. Мы танцевали с жителями, и все города Казахстана нас поддержали, подхватили. Угу. Пранков снимаем мы достаточно много, но популярными они становятся не все. Некоторые просто забываются, некоторые теряются в просторах интернета. Ну и вот, соответственно, с бабушкой пранк. У нас как происходит? А давай снимем? А давай. Ну пошли. И пошли снимать все. Угу. Илья, какая была реакция окружающих на танцующую бабушку? Ну, сначала было немножко непонятно. Угу. Все так как-то думали, ну, бабушка так бабушка, да. А как увидели, что бабушка вытворяет, там они все сразу такие, что происходит вообще? Угу. А кто-то присоединялся поддержать бабушку танцами, там, когда похлопать, поаплодировать? Максимум, что могли, это поддержать просто и все. Поддерживали аплодисменты, некоторые аплодировали. Но для многих это было немножко непонятно. Это шокировало, да, людей. Да. Это просто реально шокировало. Человек идет, трудовые будни, думает о чем-то о своем, и тут видит, как бабушка прыгает сальто. Да? Это просто шок для людей. После того, как они понимали, кто это, они начинали улыбаться, фотографироваться и так далее. Да. А наши люди готовы к такому типу розыгрышей или все-таки вы ощущаете скованность? По сути, никакие люди к розыгрышам не готовы. Да. Вот. И из-за этого мы экспериментируем, что-то делаем, стараемся поднимать настроение нашим жителям. Ну, плохого и так много, а нам приятнее улыбаться. А каких известных пранкеров вы можете назвать прям жесткими? Жесткими? Да. По сути, я за пранкерами не слежу. Почему? Потому что вдохновение теряется у меня. Я не знаю. Вдохновение. Ну, не жесткими, а так сказать, ну, что-то в какой-то трешовыми, мере, да, трешовыми. Угу. Хиза, например, мне нравится. Он очень хороший пранкер. Хоть даже он делает это в ущерб кому-то, но это прикольно, и в другое время это смешно. А как вы относитесь к Эдварду Биллу? Эдвард Билл? Отрицательно. Отрицательно? Не знаю, для меня он хороший человек, у него новые идеи, новая подача. Сколько людей, столько мнений. Он просто мало кого знает. Нет, я много кого знаю, но стараюсь не смотреть их. Просто даже если где-то натыкаюсь, там гляну и все. Не изучаю полностью их биографию, ну потому что свои идеи потом теряются. Ну да, а вот в Казахстане развита эта тема пранков или все только начинается? Все только начинается. Ну, очень сильно развитая была эта тема пранков в Алматы года 4 назад. Угу. Ну и потихоньку к Шымкенту сейчас вот прям. Только спустя 4 года? Нет, ну мы-то, ну я 4 года назад приехал с Алматы и начал здесь это продвигать. Ну, именно в Казахстане, я думаю, пранкеров очень мало вообще. У нас юмористов больше. Вот я слышал, дерзкий казах есть, там еще кто-то, ну их вообще мало. Поэтому это актуально делать именно с Шымкента, какие-то там ребята делают пранки.
Это будет очень круто. Согласитесь, что не каждый человек может стать пранкером. Вот какие должны быть качества у человека, чтобы он смог разыгрывать и это делать умеренно, а не в ущерб себе? Уверенность. Угу. Уверенность. В первую очередь уверенность. Во вторую очередь нужно уметь постоять за себя. Угу. У нас был однажды пранк, где, точнее, я разыгрывал людей в торговом центре в костюме обезьяны, гориллы большой. Я выбегал из-за угла и однажды получил по морде за это. Вот. Как минимум, нужно не упасть или суметь сбежать. Вот как-то так бывает. Главное ситуацию объяснить, да. А в нашем городе много мест с большим количеством людей, где возможно делать пранки? Или же это только вот Арбат? Всеми любимый Арбат. Ну. Мы делали пранки еще на перекрестках. Социальные эксперименты. Наверное, видели когда-нибудь. Мы переодевались в бомжей и ходили как попрошайки. Угу. Мы считали, сколько зарабатывают эти люди. Мы на светофоры выходили, мы ходили по базарам, абсолютно ничего не боясь, просто выходили на пролом. Это в первую очередь нужно быть уверенным в себе, ничего не бояться. Что скажут люди, о чем подумают люди, а что будет, если тебя узнают? Ничего страшного, если ты начал это делать, ты должен это делать. Угу. Ни шагу назад. Ваш ближайший пранк, который вы хотите совершить? О, идей очень много. Действительно, идей сейчас... Ну, которые прямо вот уже на старте. Сейчас обдумываются. Вот мы сейчас ищем девушку, кто нам поможет в пранке. Угу. Есть одна идея такая. Мы хотим одеть девушку в свадебное платье. Угу. Взять наручники, прицепить ее к двери ЗАГСа и дать ей табличку «Возьмите меня замуж». Посмотреть, как будут реагировать люди. Здорово. Вот, если есть такие девушки, обращайтесь. Ваши советы начинающим пранкерам? Бегите. Нет, могут, ну, это шутим, да. Могут пробовать, конечно, реализовывать себя. Может, у кого-то что-то получится. Делайте такие пранки, чтобы они заставляли улыбаться. Вот. И снимающих людей, и снимающимся людям, и те люди, которые по ту сторону экрана уже будут смотреть, чтобы люди улыбались. И тогда вы... Ну, это будет хорошо, как минимум. Угу. А что делать людям, которые стали жертвами пранкеров? Ну, жертвами это громко сказано. Ну, жертва не будет же улыбаться, смеяться, фотографироваться с тобой. Ну, смотря какой пранк. Ну, все жесткие, быть конечно. Готовым ко всему. Быть прям вот прям на старте. Я опять вспомнил, как я в гориллу переодевался. И по морде получал. За мной бегались, за мной гонялись, за мной бегали, угрожали, бить пытались. Ну, когда вот пугаешь людей. Всякое разное было. Припомню даже один такой момент, это не со мной было, но с очень моим близким другом. К нему с ножом выбежали на него, он тоже сбежал. Главное уметь бегать, ребята. Вот, самое главное правило пранкера. Угу. Умейте бегать. Угу. Огромное спасибо вам, что вы пришли к нам в студию. Спасибо вам, что пригласили нас в студию. Отличного дня. И напоследок, можешь свой коронный битбокс замутить? А, я битбокс, сэр, да? Вот, делай. Не, я не умею. Тебя я просто просят... я тебя поддержал как бы. Нет, Ула, ты давай. Мастер битбокса. Давай вместе. Просто скретч. Давай. То, что ты делал. Вот это? Да. Вставайте. Доброе утро.